Так, делишки, ребятишки, с вами Свой Виноград, и сегодня мы поиграем в Murder Mystery на сервере Hypixel. Да, кстати, перед началом сразу же лайк, подписка, колокольчик, ведь это мотивирует меня делать безумно крутые ролики. А, и, собственно, давайте сейчас заходить в вот эту вот игрулечку, про которую я вам сейчас сказал. Murder Mystery. Да, ее тут нету, давайте сейчас тогда посмотрим здесь, и вот она, да. Для тех, кто не знает, объясняю. Вы либо становитесь шерифом, либо убийцей, либо обычным выжившим. Выживший должен выживать, логично, и убегать от убийцы. Задача убийцы всех убить, особенно шерифа, а задача шерифа вычислить убийцу и убить убийцу. Попросить за тавтологию. Вот. Сейчас я как-то странно это сказала, ну ладно, в общем, все, неважно, начинается раунд, сейчас у нас тут внизу шансы стать каким-то интересным персонажем, а не просто выживший. Ну, чтобы вы понимали, выживший толком ничего не делает, он бесполезен. Вот, так, идем вот сюда, ай, капец, огонь мешает, паркурить, конечно, блин, не вовремя, раунд начался. Так, как видите, я не виновен, задача сейчас спрятаться от убийцы, помогать этим вот, этим самым, короче, как они там, шерифа от страха забыл, капец, я переживаю, мало ли кто. Не-не-не-не-не-не-не-не, ребята, нас много, нас не убьют. Так, Ред из замечательной игры Rainbow Friends. Все, давай тут сидеть с тобой. Чего у них там происходит? Ребят, все хорошо, нет? Детектива убили, блин! Так, теперь тот, кто первый соберет 10 золота, или тот, кто найдет лук вот этого мертвого шерифа, тот как бы и получит их. Да, отлично, меня убили, круто, но зато его спалили. А, ну уже как бы не важно, в любом случае, его 100% этого челика убьют. Ну давай, пацан, беги скорее. Да, тут было, конечно, без шансов. Ну, девочка бежит, но тут, в принципе, уже логично то, что она победит. Давайте идти дальше, случайно, давайте сюда нажмем, куда я зашел. Из всех карт я зашел на то же, что и в прошлом раунде. Но если это так, то... Блин. Что за везение такое? Главное не упасть в огонь, да, блин. Накаркал. Теперь светиться буду, мешать паркуру это будет. Так, ладно. Че люди пока что не заходят, я понять не могу. Ладно, наверное, надо немножко подождать просто. Так, пока паркурим, пока все окей. В принципе, паркур нормальный. То я на другом сервере играл, тут та же карта была. Ну, конечно, своровали, зачем делать свои? Вот, и там почему-то вообще паркур какой-то урезан был и сломанный. Кстати, для тех, кто не знает, у меня скоро сервер по Майнкрафту откроется, да. Вот уже, вот-вот, скоро мы там уже почти все настроили. И там будет выживание, мы с вами будем вместе играть, все дела. Вот. Что-то пока никто не спавнится, я, наверное, перезайду. Так. Так, ребята, я зашел, тут много игроков, и сейчас, собственно, мы начнем играть. Ага, так, ну, в принципе, логично. Ага, вот у нас сама карта, получается, она безумно огромная. И, о, да, горы, вы посмотрите, насколько они огромные, это же просто капец. Так, ладно, все, я не виновен опять, все начинает лагать, мини-карта. Где я? И что это за желтый такой блок посередине? Давайте к нему сходим, мне просто интересно, что это там такое желтенькое. Угу. Надеюсь, это не собачка там на свои дела сделала. Так, надеюсь, девочка, ты же не маньячка, да? Просто если она маньячка, то это очень, не очень круто. Так, здесь, кстати, я могу следить за теми, кто умирает. Ну ладно, давайте проедем на вот этой фигне, да? Кто не знает, на них можно кататься. Может, сейчас даже успею залезть на какую-то. Да, блин, не успеваю. Так. Я слышу, как кто-то где-то умирает. Но как бы мне не важно, мне самое главное сесть. Не очень получается, я вам так скажу. Вот, все, я сел. Теперь мы можем спокойно чё, елки. Стул соскользил, я с него чуть не грохнулся. Капец, ребята. Так, ладно. В принципе, я могу теперь спокойно. Трупяра. Нормально. В принципе,
Пока у меня толком нету хотя, подождите. Подозрение у меня имеется. Я слышу, как кто-то 100% сейчас сдох опять. Ага, нифига что там между собой. Это что, маньяк? Ну-ка, следим за ним внимательно. Ну-ка. Чё-то мне кажется, вот этот вот... Вот ты, маньяк! 100%. Вот, даже труп рядом с ним появился, когда он здесь прошел. 100%. А я там что сделал? Вы видели, в меня только что выстрелили? О, тут еще один труп появился. Да кто это все делал-то? Ага. Вот у нас какие-то маньяки тут, 100%. Так, чел, да как они помирают? Я не понимаю, кто это делает? А здесь как-то трупы появляются, ну и там одновременно тоже. Что за дичь? Маньяка 2, что ли, сегодня? Осталось невиновных 8. Детектив, тем более, уже убит. Ну все, это капец, ребята. Я, кажется, понимаю, кто убийца. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята. Нам капец. Нам капец, я понял, нам не выжить, нам не выжить. Я вот тут... Да. Ага! Нет, ну вы видите? Видите это? Да это вообще, это просто, это вообще неописуемо. Быстро, 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 ребята. Смотрим за задом. Задом. Взять, все хорошо, бежим быстрее. Наверх. Так, 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 давайте сюда. Ага. Так, 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 надо быстрее валить. Капец! Я один из четырех остался. Последний, как тут какой-то челик валяется. Жалко, конечно, его, но я уже ничего сделать с ним не смогу. Никак вылечить его, ничего подобного. Блин, что-то, знаете, напряжение идет. Так, еще 4 невиновных. 4 невиновных. Тихо. Лук сброшен. Так, лук сброшен. У кого же этот лук? Так, сзади никого, сзади никого. Так, это я уже круги наматываю. Надо быть максимально... Маньяк. Маньяк. Тихо, нормально. Купить лопата. С чем мне лопата, непонятно. Так. Вроде бы его там нету, нормально. Идем, короче, вот так вот сюда. Вот сюда. И все, короче, погнали прямо к нему туда в логово. Почему бы и нет? Давайте откинемся. Так, ладно. Помирать не хочется. Так. Ага. Почти повсюду помирают, короче, люди. Уже трое осталось. О, нет. О, привет. Нет, 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 нет. Я застрял! Бежим, бежим, бежить! Бежать! Бежать! Быстрее! Быстрее! Быстрее, Андермайн! Ну же, ну же, ну же, ну же! Давай, давай! Может, вагонетку успею какую-то залезть, еще что-то. Козел! Вот честно, вот, ну, какашка тупая. Ладно, идем в следующий раунд, пока что нам что-то вообще не получается выиграть. Только одни проигрыши, но ничего, ничего. Так, ну я сегодня стану там детективом, маньячком, еще кем-то, нет? Уже как-никак, сейчас финальный раунд будет. Че, что у тебя со скином? Че, он весь какой-то тоненький и слишком много черноты странной. Ладно, и я опять не виновен, да вы что, издеваетесь? Ага, какая маленькая карта, значит, очень душно. А, нет, нормально. Я просто перемещаюсь по этажам. Нормально. Здесь-то маленькая, но вот если спуститься, тут крест какая большая. В принципе, второй этаж тоже большой. Какой-то поклониться кому-то можно. Вашей руке нет подарка. Какого нафиг подарка? А, типа золото ему можно подарить. Еще надо не забывать, что тут есть, так сказать, предатели кое-какие. Которые ходят вот так вот и убивают всех подряд. Что это сейчас за реакция была? Ну блин! Ну как? Ну вот вы это видели? Вы это видели? Играть снова, капец, вот как я сейчас... Чайная карта. Видели, как я сейчас слился? Просто это было невероятно плохо. Давайте, идем в следующий раунд, сейчас надеюсь... О, пожалуйста, маньячела, маньячела, маньячела. Детектива мне бесполезно играть, я всегда только прокакиваю. А вот шанс на маньяка, вот это уже интересно. Давай, давай, нужно им стать, обязательно. Ну давай, давай, маньячела. И, да вы что издеваетесь сегодня надо мной? Ну ладно, пошлите, короче, так. Будыщ. О, вот карта обновилась резко. Так, 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 так. Ты что, опять эта карта, что ли? Да, опять эта карта. Сейчас опять эти Валеры будут бегать.
но мне как бы не важно. Мне самое главное запрыгнуть вот в эту вот штучку. Эпично не получилось. Опять не получилось. Пожалуйста, давай, давай. Да, отлично. Все, больше шансов, когда я езжу на этой фигне. Так, не показалось ли за меня было убийство? Ладно, допустим, мне показалось. Так, вот здесь надо... Детектива убили. У меня есть подозрение на одного человека, но я сейчас пока сомневаюсь. Маньяк, маньяк. 100% кто-то здесь маньяк. Я вам говорю, здесь просто так люди не бегают никогда. Как бы это и так понятно. Я не знаю, я уже дичку-то начинаю нести. Да пойдемте лопату купим. Почему бы и нет? В принципе, покупаем лопату. Я не знаю, зачем. Копать снег. Логично. Только зачем мне его копать? А-а-а, вот так вот типа. И все, у меня снег есть. И теперь я этим снегом могу фигачить игроков, что ли? Плохих, хороших, хороших, плохих, типа. Бум. Понял. Так, ладно. Идем вот сюда. В принципе, тут пока безопасно. А вот тут, мне кажется, сейчас трупы начнут появляться. И надеюсь, я одним из этих трупов не буду. Чели какой-то бегают. Может, кинуть по нему. Шинелик. Лови шинелик. Ладно, пишите. О, шинелик лови. Бум. Фига себе, я его скинул, смотрите. Шинеликом. На, шинелик! Так, ну-ка. На, шинелик тебе! На, шинелик тебе! Я не знаю, почему шинеликом называю. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. В смысле? Капец, меня еще и выкинуло. Капец, ребята. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр. Вот такой вот видосик у нас получился. К сожалению, победить нам так и не суждено было в этом видосе. Но если набирается много лайков, то я записываю вторую серию. И вот там-то, я надеюсь, уже все и произойдет. С вами был я, Андрей. И всем, естественно, покулики-досидулики. Вы же подписаны, я надеюсь.